это вообще? Да, вещи для тебя. Сейчас не знаю. Нет, но если бы мы были совещателем... People now don't believe in anything because it was a real shock for anybody. She was a very bright politician and nobody expected that. And now most of people think that every candidate is involved in that suicide or in that death. Ну, я так слышала, что в автобусы сажали, там экскурсии проводили, там обедами кормили, там деньги давали. В общем, ну, такие всякие версии. Ни одного события, связанного с ДТП. Возникать будут какие-то проблемы определенные с пусками, пожалуйста. Думаю, что все должно быть пройдено, все должно быть. Прапорщик, повторюсь, и старший сержант. Некоторые, я считаю, многие это достойные люди, считаю их и знаю их, а некоторые просто, одним словом, бандиты. И когда они пытаются под ком избирателей прийти к власти, это становится обидно. Обидно за Россию. Доброе утро. Здравствуйте. А вы туда не хотите вот запечатлеть, а? Значит, кто-то хочет очень здорово манипулировать выборами, а кто-то, значит, я думаю, что многим, в общем-то, известно кто. Партии, движения, которые хотели бы как можно больше кандидатов своих провести в законодательные органы. Ряд групп, которые так уж желают, чтобы, значит, вот обязательно их кандидаты присутствовали в законодательной власти. Поэтому чернят друг друга все как хотят. Без суеты.